В эти выходные в спортивном комплексе «Данил» состоялись чемпионаты первенства города Волгодонска по жиму штанги лежа. Спортивное мероприятие собрало более 60 участников в 7 весовых категориях. Победителями среди юношей в разных весовых категориях стали Иван Шевцов, Николай Дергнев, Максим Тарасов, Владимир Жирднев, Денис Волошков, Антон Калашников, Дмитрий Барбаянов. Среди девушек, подняв штангу весом 50 килограммов, первое место заняла Алена Ступина. А среди мужчин по своим весовым категориям стали победителями Андрей Попов, Николай Жердев, Олег Ширшов, Евгений Холодов, Константин Некравцев, Александр Киселев и Виктор Филоненко.